Второе противостояние в игре Париматча Стар Хоккей Лига С между командами Актобе и Барыс-Жас. Конечно, после первого матча, где хозяева разгромили астанчан со счетом 5-0, конечно, мало кто ждал каких-то активных действий от гостей, но как бы там ни было, они случились. И здесь надо отметить, что все-таки актюбинцы очень здорово начали этот матч, очень активно шли вперед, но все же именно Барыс-Жас открыл счет в игре. И здесь надо отметить, что сыграло большинство. Альмир Оразбаев реализовал этот момент. Ну, здесь Кожебеков и Алибек ассистировали. И вот таким образом у нас Барыс-Жас повел в счете. Это у нас событие первого периода. Но тут надо, конечно, сказать, что в первом периоде, конечно, мы не самый динамичный хоккей увидели. Играли команды исключительно по счету, а в частности именно команда Барыс-Жас. Здесь очень здорово сегодня сыграл 16-летний вратарь команды из Астаны Абылайхан Тулеубай, но все-таки во втором периоде пропустил. Шайбу реализовал Максим Маджерин, ему там Афлетонов ассистировал. Так вот актюбинцы счет сравняли, но к чести команды из Астаны вновь они повели в счете, вновь сыграло большинство. Савелий Потапов с передачи Романа Большедворского вновь вывели свою команду вперед. Ну а актюбинцы уже в третьем периоде, конечно, не сдались, шли большими силами вперед. Третий период, можно сказать, вообще самый активный для хозяев, учитывая, что по статистике первые два периода команда уступала по количеству бросков по воротам, то в третьем уже все наверстали. Ну и вот шайба Романа Оликова, так вот Актюбе счет сравнял. Ну а этот чудо-гол Елисея Комиссарова вывел эту команду победителей. Таким образом, Актюбе сегодня совершил камбэк, и дважды уступая в счете, сумели они сегодня добыть победу и продолжить свое победное шествие в регулярном сезоне. Команда Актюбе уже на втором месте.